едой, значит, пахнет. Смертельная доза его считается, если в микрорентгенах, это 500 миллионов микрорентген в час. И до аварии, то есть бывал ЦИК-65, но каким образом он попадал, то есть это уже не знаю, неизвестно, какая там технологическая цепочка вообще на ЧАЭС была. Слева от нас находится это хранилище отработавшего ядерного топлива номер 2. Видите, слева такой длинный, незаконченный, законсервированный 5-й энергоблок. Вот, топлива там внутри нет, поэтому никакой физической угрозы он не представляет. Если они близнецы браки, то есть один проект, одно поколение. Ну а третий, четвертый энергоблоки, это, скажем так, второй. Которые способны параллельно производить оружейный плутоний. Вот, и где у нас гарантия, что кто-то там из чиновников, сейчас проедет ракета. И вот это первое серое пылевое облако было сильно на запад. Там вот как раз на запад были дачные участки у крепочан. Вот и когда они утром 26 апреля проснулись, вот это выходной день, кто на мотоциклах, кто на машинах. У нас высмяют, ага. Стояли бы, ставили панельки. То есть после аварии, после того, как людям разрешено было вернуться забрать вещи, то есть к концу 86 года приняли решение все внутреннее, как бы ковры, прочее, барахло всякое. Видите, все это вынесено, поэтому квартира, вот абсолютно просто. Будки, вот обратите внимание, абсолютно заросшие, все такие вот у нас были колокольчики, такие вроде как тени, вроде зонтиков таких вот. И столики, это абсолютно, видите, заросло все уже. Нормально относится, когда вы ничего не бомбите и не тратите. Ну, вы же знаете, не без уродов, назад, понимаю, да. Пару дней назад тут поделали. Угу. Вода. С газом, без газа. Хочу с газом, без газа. Получается, в том месте, где уходил струйка, туда капает вода,
этот участок. Крыша была загрязнена, сюда просто вот сброшена как раз крыша по основной, которая была когда-то. Видите, сразу превышение у нас идет сразу 4 раза от того, по сравнению с то, что мы мерили, допустим, на крыше. Это энергоблок. И повисел, говорю, минут 5 где-то зависал у нас блок, пока там заглянуть удалось внутрь, разобраться, что там происходит. Там только лодочки такие, помните, как у нас были? Ну, а здесь регулярное место, видите, хорошая полностью трибуна для командного состава. И строим регулярно, то есть место для утренних.